Есть очень мерзкие люди, которые пишут неправду и обманывают. И, короче, Википедию обсирают те, кто говорят, что Википедия неправда, те, кто обманывают, потому что почти все, что в Википедии написано, это правда. Они хотят обманывать, они невероятно мерзкие люди, которые хотят обманывать других людей каким-то говном. И они, и те, кто говорят, что Википедия неправда, это скорее это те, кто хотят обманывать и писать неправду, потому что все, что в Википедии написано, это правда, и Википедия мешает им обманывать и писать неправду. На самом деле Википедия почти полностью правда. А те, кто говорят, что Википедия плохая, это какие-то ужасно мерзкие люди, которые обманывают других людей.